на одинокая лавочка. Я сразу вспоминаю фильм. А вот белка побежала, тут белок очень много. А вчера я была на водопадах и видела вообще такие белки. Они как барсуки были, разные такие, с двумя полосками на спине. А вон серебрится вода. Я сразу вспоминаю море. Я на нашем море уже не была, наверное, года два. И я просто уже бредить начинаю. Как можно окунуться в это море или озеро. Вот она красотища. Вообще, Миннесота богата на озера. Здесь 10 тысяч озер. Я представляю, сколько в этой зоне стоят дома. По ту сторону озера, кстати, достаточно богатые дома. В отличие от той стороны. Вот какой-то небольшой водопадик. В общем, здесь царит мир и покой. Что мне, безусловно, нравится. Это как раз понедельник утро. Вот мой водопадик. Море утром. Ну, ты сама море знаешь, как море утром. Такой вот, знаешь, покой. Вот сейчас уже чуть-чуть шумненько стало. Вон мамочки, которые усиленно идут со своими колясками. Разминаю свои ягодицы. Языки, конечно же, это прекрасное время походить о том. У кого что прорезалось, кто сколько покакал. Я еду по дорожке для велосипедистов, а справа от меня люди идут. Ну, недолго им осталось идти, потому что дороги соединяются воедино. Вот оно, озеро. Ну, не красоту Бог создал, а вот скажи мне.